tô hao. А на нас здесь просто первую скрипку играет. Соус. А, соус на язык попал. Лучше, наверное. Да. Они же там все равно вас не понимают. Я так уже после первого блюда наемся. И больше уже мне ничего не вылезет. Нотки другого вкуса немножко раскрываются. Да, очень тушенку напоминает. А мне желудки. Желудки? Да. Говядина. Птичка. Вот ты мне сейчас пальцы откусишь. Птичка. Еще. Я так нормально не попробую, так понимаю, как упал. Что странно, что он не съел перец. Ой, перец попал. Зачем ты это сказал? Вкус новый будет делать, чем он его подожжет. Сама лучшая. Да, это самое вкусное. Вот так. Для меня слишком жирно. Соус лучше, да? Уже не так сухо. Чей фарш-то? Это горячий. Крайне вкусно. Биф. Как ты только что узнал? Карне. Карне? Карне. Острый как? Короче, ко всему этому выпадает только одно. Ну вот, ставим. Все мексиканцы едят это с пивом. Почему? Потому что. Правда. Правда. Не в моем вкусе. Кушай за двоих. Мне нравится. Будешь тот, кто сидит на этом месте, всегда доедает. Я не очень. Не двоих. Нет, это не мое. Не, на самом деле, Дрена любит наши сухофрукты. Там что-то такое добавлено, что не знаю. Сибири? Нет. Там какая-то... Не знаю, что это. Ну, прекрасно. Муж дает. Как обычно, в русской семье все доедает муж. Что-то желеобразное. Картошка? Ну, это понятно, что фасоль. А кожа свиная. У тебя есть вариант еще? Нет. Ну, ешь так. Блин, нет вариантов, как его куснуть. Что-то мне кажется, что это тоже свинка. Не-не-не-не, что-то из разряда вегетарианского. Картошка. Картошка? Угу. Картошка. С чем-то там. А, не, мясо есть. Знаешь, что мясо? Нет, не мясо. Это фасоль. Мяса нет. Вегетарианский. Да. Вкусно. Вдоведом. Может, у меня худеешь хоть? И где бы не нужно.
Довольно-таки неплохо. Это самое лучшее из всего, что мы пробовали сегодня. Да. Мильный, жирный. Может, после футбола так тяжело воспринимается, но вот это самое вкусное. Tengo la camisa negra, hoy mi amor.